Днем 28 января на трассе М2 в районе поселка Юбилейный в Щекинском районе произошло серьезное ДТП с участием ВАЗ-2112 и Hyundai Solaris. Предполагается, что иномарку с номерами Пензенской области могло занести, в результате чего она встала поперек трассы, и в этот момент в нее врезался ВАЗ с регистрационными знаками Орловской области. Водители транспортных средств выжили, а вот их пассажиры скончались на месте происшествия. Окончательную причину и все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД. Сергей Стариков, Телетулон.